Помню, когда к нам в школу пришел тренер, да, и пригласил в гандбол, я понятия не имела, что это за вид спорта. И такие мероприятия, хорошо, что они проводятся в школах, чтобы даже тот, кто не знает еще о гандболе, чтобы он узнал и, возможно, заинтересовался, и в детских спортивных школах появилось еще больше детей. Это когда вот мы сюда приезжаем, это открытые эмоции, да, и настолько эмоционально на это все реагируют, заряжаешься этой энергетикой детей. Вот, ну, классно на самом деле.